Видео, которое шокирует, известный в России Максим Марцинкевич по кличке Тесак, национал-социалист и якобы ловец педофилов на живца в Харькове. Как он там прославился, подробнее расскажет Светлана Шикера. Харьковский медляк. Это видео взорвало интернет в считанные часы. Сегодня в белом танце кружимся, ага, и значит, мы подружимся, ага. И утром мы с тобой останемся, и всегда расстанемся. Двое парней, их головы выбриты и разукрашены фломастерами в цвета радуги, символа секс-меньшинств. Парни танцуют, явно не по своей воле, и плачут. За кадром голос. Кто-то отдает указания, что делать. Блогеры в шоке. Я, конечно, против голубых, но и на такое издевательство над людьми невозможно смотреть. Им же лет по 15-16, а этот борец радуется, что, мол, какой он герой, поиздевался над этими несчастными. Герой и не скрывает лица. Свою фотографию вместе с танцующими выставил в соцсетях. Это Максим Марцинкевич, он же Тесак. Гражданин России, пропагандист национал-социалистической идеологии. Дважды судим. Оба раза за разжигание межнациональной розни. Приезжал в Харьков учить ловить педофилов. Чтобы как бы показать, как нужно с ними общаться, как проводить сафари. Они необычные люди. У нас стопроцентная уверенность того, что они педофилы. Но на этот раз поймали не педофилов. Двое ребят на улице показались Тесаку гомосексуалистами. Насилия никакого не было, все было по согласию. Они являются педофилами. Для них самое страшное, это уже началось, то, что от них отказалось общество, их выгонят с институтов там или где, с работы. Хотя насилие в этом ролике увидели представители ЛГБ-сообщества. Это просто беспредел. Да, почему украинские власти не принимают никаких действий против вот таких вот экстремистов, тем более российской направленности? Поговорить с жертвами нам не удалось. Ребята удалили свои странички из соцсетей. Ни они, ни их родители в милицию не обращались. Хотя люди в погонах их ищут, чтобы защитить. Мы будем пытаться установить. Материал будет направлен в следствие. Уже следствие будет решать, какую квалификацию ставить. А «Окупай, педофиляй» анонсирует вторую серию роликов. В интернет сольют полное досье на этих парней и видео самой засады, после которого, говорят, ни у кого никаких сомнений не останется. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности, телеканал «Интер», Харьков.